Наш герой не боится начинать все с нуля, меняя профессии и место жительства. Безграмотный, вредный. 25-летний пацан. Человек не учился в музыкальной школе. Его Абсолютно туда не да. брали. Годы тренировок, и человек научится жонглировать. Это отголоски уже усталости, потому что работы так много. А за три месяца можно было тщательнее проработать, подойти к этим вещам. Сейчас это все как манная каша по тарелке размазано. За счет этой краски в палитре сделать кино. Поэтому этот клубок не распутать. женщина и бьют мужчин, когда ему еще пять лет. То есть вы будете ориентироваться на героя, которого исполнил Михаил Ефремов? Нет, конечно. Есть мизансцены, есть текст. Все остальное, там, декорация достаточно простая, костюмы. Такой текстовой спектакль. На какую работу вы согласны пойти безвозмездно? Вот уберите деньги, потому что они все испортят. Это сложно. А за какой поступок из детства вам стыдно до сих пор? Я сам себя бы отругал и до сих пор не понимаешь, почему я ну, ничего не сделал. Я просто стоял. Наш герой не боится начинать все с нуля, меняя профессии и места жительства. Будучи истинным романтиком, он мечтает открыть музей русской деревянной игрушки и привлечь внимание русских ко всему русскому. Напротив меня замечательный и востребованный актер театра и кино, режиссер, продюсер, коллекционер, ресторатор, музыкант, реставратор. Все это Александр Истегов. Александр, здравствуйте и большое спасибо вам за эту встречу. Вам спасибо, что пригласили пару месяцев назад она была бы невозможной. 100%. Да. Процентов. Весь мир у нас перешел в онлайн формат, и люди каким-то образом пытались найти пути, как себя реализовать, найти какую-то новую работу, возможно, продвинуть свое творчество. Если учесть то, что у вас актерство было поставлено на паузу, то спрошу у вас в лоб, как поживает экибастус и что плодотворного нового успела сделать за весь этот период самоизоляции? Самоизоляция благотворно повлияла на творчество музыкального коллектива, потому что абсолютно спонтанно для себя. У нас была комическая ситуация, потому что аккордеонист уехал проведать свою квартиру, которую он выкупил там 40 квадратных метров, в которой еще нет даже унитаза, но он там прописан, его, его оттуда откуда-то из-под Пскова не выпускали. И когда он приехал абсолютно истощенный этим пребыванием в собственном жилье, он сказал, давайте сыграем онлайн-концерт, сейчас это модно. Я был против этого. Я говорю, что за онлайн? Он говорит, привяжем карту, какая-то сложная схема, говорит, заработаем денег. И мы сделали первую. Не все пришли, никто не поддержал особо. И мы четвером сыграли в поддержку нашего кардиониста концерт, привязав карту к выступлению. Она была абсолютно безответственной на репетиционной точке с плохим звуком, вот как все идет, так и идет, и собрали какую-то безумно внушительную сумму, что решили через три дня повторить концерт, и в итоге за всю самоизоляцию мы сыграли 10 онлайн-концертов, честно говоря, с такими гонорарами мы не могли себе позволить даже на полноценных концертах, потому что народ как-то очень активно поддерживал наше начинание, и понятно, что конкуренция была бешеная, выступали все. Я заходил там, смотрел, как это делают другие музыкальные коллективы. И когда я видел там 12 человек э, на квартирнике, а у нас там в пик 1700 единовременно просмотров, э, у нас никогда на концертах не было 1700 человек, э, то это вселяло какую-то уверенность. И э, сначала мы... Гнались за звуком, за качеством, потом начали вещать из студии. Потом поняли, что мы сами зажимаемся, потому что на студийной записи слышно всю фальш. И людям это не нужно. Потом вернулись опять на репетиционную точку, потому что все-таки людям нужна хоть условная, но все-таки энергетика, а не качество звука. И вот у нас был такой путь. И завершили мы все это уличным концертом одиннадцатым. В общем, мы готовы к любым теперь запретам, и вдруг это как-то получилось. Ну хорошо, ваши поклонники знают, для тех, кто не знает, нас смотрят сейчас по всему миру, да, и русскоговорящее население разных стран для себя по-новому откроет. Есть такой факт: человек не учился в музыкальной школе, его туда не брали, музыкой профессионально не занимался, учился играть на гитаре буквально под диктовку. Вот мне интересно, как вы сами считаете? Нам каждому даны огромное количество талантов, и развить их — это просто дело техники. Или реально среди нас есть те самые самородки, природа таланта которых, ну, правда, не объясняется. Мне кажется, два заключения верны в данном случае, потому что, естественно, в каждом из нас есть талант. Некоторые даже не представляют, какой этот талант есть. И если какой-то отрезок жизни, там, обычно это до 25 лет, бывает и всякий случай, когда люди там, в 90 начинают писать картины, позволяет этот талант выявить, закрепить, проявить, то, конечно же, это здорово, но мне кажется, что какие-то базовые вещи, не обязательно быть виртуозным пианистом, но если в доме есть рояль, если ребенок может посещать Сальферджо, и просто понимать музыкальную грамоту, не обязательно ему играть, то в жизни это пригодится в огромном количестве вещей, которые не связаны напрямую с музыкой. Это и живопись, это и просто смотреть, как падают листья, и в голове будет играть какая-то мелодия. может быть полная тишина, но человек будет понимать, что все-таки это тоже часть музыки. И в этом в проявлении этих талантов есть таланты, которые действительно необъяснимы. Когда человек одарен Богом настолько, что ни педагогика, ни какие-то каноны не могут справиться с его талантом. И такие люди, как правило, опережают свои столетия лет на сто, и не поняты и мучаются, потому что это тяжелая ноша, с которой нужно справляться как-то. Она... А есть вещи, которые. Просто возникает любопытство и человек пробует что-то писать маслом, нажать клавишу на рояле, выточить в детстве рогатку, потом свистульку, потом заняться прикладной резьбой и потом вспомнить об этом где-то на даче и в итоге это поглотит его. А есть профессия, которая требует времени, опыта, знаний. А, и вот это время и знание достигается вот то, чего нельзя достичь, когда из поколения в поколение, раньше так бывало. И там в росписи игрушек пятилетние дети давали фору и дают сейчас современным художникам, на которых уходит бешеное время. А у них просто они с рождения это делали, и их деды и отцы это делали. Поэтому вот эти феодальные отношения, когда если ты каменщик в двенадцатом mm -hmm. поколении, то ты его просто чувствуешь и можешь расколоть пополам и просто это уже в крови, в генетике. Поэтому э, и так и так можно, и могут быть не очень хорошие музыканты или актеры, которые просто добиваются пахотой, трудом каких-то результатов. Есть талантливые люди, которые не делают ничего для того, чтобы что-то сделать и просто остаются талантливыми людьми, так и не достигнув ничего в той сфере, в которой их одарил Господь Бог либо кто, либо родители. А вы талантливый или любопытный? Я не талантливый ни в единственной сфере. Я это выяснил уже опытным путем. Но я знаю, что такое количество повторов, репетиций, то есть у меня практически цирковая дисциплина в этом плане. И я понимаю, что для того, чтобы подкинуть шарик и поймать, это сможет каждый. Для того, чтобы сделать три шарика, это сделает 50%. Mm -hmm. Если это будет семь шаров, это просто нужно... Годы тренировок, и человек научится жонглировать, и все. Вопрос, для чего это нужно, ну, просто удивить кого-то, либо это становится частью профессии, как Ингибаров, который оттачивал трюки годами. Да. Во многих своих интервью вы подчеркиваете, что ваша актерская история конечна, и актерство не является вашей профессией основной. Откуда а... эта аксиома, я знаю. Мне интересно, вот что, почему она так э, стойко прижилась у вас? М -м, природа, вот, да? Мне интересно. Это все-таки отголоски детства, когда э, мальчику Саше надо было доказывать свое право на творчество, да, и родители и друзья не поддерживали? Или это отголоски уже усталости, потому что работы так много? А -а -а -а, любая профессия может утомлять, любое дело, даже самое любимое может утомлять. Э -э у меня просто несколько сложнее отношения и амбиции, которые я ставлю перед э, профессией актера, поэтому э, есть я ее всегда она у меня разд, разделена э, mm -hmm. на части, она у меня не, сква, не складывается в один ком. А, есть э, были уже их нет, есть какие-то спектакли, которые очень сложны э, в, в репетиции, в игре физически сложные, душевно сложные. Есть потоковая продукция, сериалы по 20 серий, которые сложны по-другому, потому что это 12 часов каждый день, это поезда, перелеты. Но при этом там практически нет творчества, это mm -hmm. завод, где ты приходишь и крутишь болты, гайки и просто собираешь какой-то механизм, который получится или не получится. Поэтому, естественно, возникает уныние, в кавычках я говорю, по отношению к той или иной сфере актерской деятельности. И оно абсолютно нормально, потому что душа требует каких-то сложных вещей, сложных проявлений, исканий, постоянного развития в актерском мастерстве, а непосредственно профессия требует дисциплины, включения, знания текста и все. Я понимаю, что то, что я сейчас делаю, я мог делать не обучаясь вообще нигде. Ну, в смысле, для этого не нужны определенные знания, тайны, которых у меня много для выражения своих этих красок и всего. Здесь и тут, естественно, ты оказываешься самым умным на площадке, опять же, в кавычках, когда тебя все раздражает, весит, потому что тебе хочется глубины, а у тебя 16 сцен в день, и все хотят домой. Угу. Вот. И в этот момент становится грустно, и все время сразу же находишь какую-то нишу для творчества, чтобы найти это творчество и забить, законопатить свои эти амбиции. И оно может проявляться в вырезании свистулек, например. И тогда ты как-то нормально переживаешь вот этот завод. Хотя это ну, для многих людей я понимаю, что любой начинающий артист сейчас слушает меня и говорит: да он с ума сошел, он зажрался, потому что каждый хочет получить роль в 20 серийном сериале и ходить на работу каждый день и оплачивать э, стиральную машинку в кредит и думать про новый холодильник а, и при этом еще ждать этих премьера, там что вот вот и его пригласят в Голливуд я уже не жду mm -hmm. вот но при этом я прекрасно понимаю что когда глаз загорается читая сценарий начинается чаще биться сердце вот то, значит это интересный материал бывает просто хороший материал бывает читаешь и я уже в своем положении могу отказываться от каких-то ролей, которые говорю неинтересно, не хочу или просто по этике сложения роли, ну мне не хочется, чтобы она была в моем репертуаре. Это Далеко уходить не будем от Голливуда. Этот вопрос тоже у всех, наверное, застыл, да? Почему отказался? Мне понятно почему. И в принципе я это услышала потом из ваших интервью, что не хочется быть очередным русским, да? Где-то там. Но вот что интересно, ведь когда-то мечты о сцене, о сцене в театре, вас привели к профессии осветителя. То есть быть ближе к мечте вы хотели так. Да. Хотелось ли когда-то сниматься в Голливуде? Я думаю, что как и всем хотелось. Но стоило с чего-то начать? Я думаю, стоило. Не хотелось. Ну, я не в смысле сейчас лукавлю, не хотелось. У меня никогда не было каких-то таких мыслей о том, что если я снимусь в Голливуде, то это некий какой-то рубеж показатель. Да нет же, зная, какой вы любопытный, я уверена, что нет. просто испытать этот конечно, опыт, конечно, мне хотелось. Интересно, как ну, это устроено? И я от природы жаден и, и любопытен, и поэтому понятно, что. В, смотря фильм о фильме, как снимается Джеймс Бонд, я же уже смотрю с точки зрения профессионализма, я понимаю, что а, трюки, которые в кадре длятся всего 14 секунд, готовятся три месяца, и я никогда, у меня не было такой роскоши в нашей продукции, чем бы это ни было, кино или сериала, у нас в лучшем случае одна репетиция, и потом съемка, и понятно, что а, за три месяца можно было а, более тщательнее проработать, про подойти к этим вещам. А я сейчас говорю просто о 17 секундах трюка, где Джеймс Вод прыгает там, на проезжающий троллейбус, который на ходу идет. И я понимаю, что я также это могу сделать, ну там нет ничего сложного, но Вопрос, опять же, подготовки и физической, и моральной. И они рассчитывают, строят такой же автобус, павильон, рассчитывают эту скорость для того, чтобы избежать всех этих. А у нас обычно это на удачу. То есть я могу прыгнуть, но что-то может пойти не так. Поэтому, естественно, технологически все время я заглядываю туда, как они пишут сценарий. Я смотрю фильм, перечитываю сценарий, нахожу его на русском. А бойцовский клуб, и когда я вижу, что там ремарки расписаны так, как будто бы вот они просто взяли и сняли никакой импровизации, я говорю: да, не может быть, они сначала сняли, а потом взяли и просто уже переписали. Я говорю, не может быть так чисто в продуманности постановки камеры, действия актеров и всего остального. Может. И поэтому у нас. Свой немножко путь такой в сторону индийского кино мы развиваемся, он у нас самостоятельный. А Голливуд все-таки это в первую очередь, коммерция, чего у нас никогда не было со времен Эйзенштейна. И это у них часть экономической структуры, когда люди берут миллион долларов и зарабатывают на этом 3 миллиона долларов, а у нас берут у бабушкины деньги и просто снимают для бабушки сериал про пожарных mm -hmm. и показывают его по телевизору, и то есть, как бы никто не пытается на этом заработать, показывая кино в кинотеатрах, и опять же мы знаем французских актеров, итальянских актеров, каждый может назвать десяток американских, английских, ирландских, вот, но я не думаю, что во Франции кто-то знает русских актеров, хотя у нас великая школа. Если сказать, какие фильмы вы знаете, им это не интересно. Ну, мы даже знаем индийских актеров, но они наших нет, и а, у нас абсолютно другая а, драматургическая составляющая вещей. А, это связано с это большая темой и с историческим mm -hmm. развитием нашей родины и со всем. И у нас Жиглов будет всегда положительным персонажем, потому что это Высоцкий, это парень с гитарой. А у братьев Файнеров это отвратительный, безграмотный, вредный 25-летний пацан. И любой э, европеец будет смотреть фильм, говорит, будет этот человек в шляпе плохой человек. Как говорил про него Груздев. Это плохой человек. А у нас он будет. Э, великим кумиром, и многие поколения на протяжении 40 лет милиционеров будут пытаться поставить ногу на табуретку, как он это сделал в кино старому профессору медицины. И никто не скажет, что это плохо. Ну, то есть у нас свой путь, он такой а, немножко другой, поэтому... Мне показалось, что вы здесь больше говорите уже как режиссер и как продюсер, а вот как актер Александр Устюгов, вот у меня был вопрос какой, да, а, как предложили и как отказался, почему не использовал эту возможность? А, по, ну, по простой причине, что опять же, что предлагается, да, это же не предложение о том, что есть в России парень, который, а у нас таких нет, и мы возьмем его и попробуем а, за счет этой краски в палитре сделать кино. Это одно дело. А другое дело, когда нужен очередной русский бандит, который должен произносить какой-то текст. А, и ну, в какой-то момент я понял, что это не так интересно. Ну, просто поставить галочку, что а, я работал в Голливуде, и я прям остановился на стадии записи а, проб. И мне вдруг это стало неинтересно. К тому же... А мой английский очень плохой и Там как это было бы только на руку. Да, да, да. И я подумал о том, что нет, наверное, все-таки предложение должно быть э, лучшим. Я еще подожду. Угу. Вот. Либо... Про Высоцкого еще заговорили. Тоже хочу для наших зрителей пояснить, что от роли Высоцкого и от роли Маяковского вы тоже отказались, но здесь по другим причинам не чувствовали внутренней уверенности. Есть вещи, которые я не буду играть, я не знаю, как это играть. Есть в данном случае с Маяковским есть просто портретное сходство, есть голос, есть рост, голос, который представлял Россию за рубежом, да, они не понимали, о чем его стихи, да, но при этом смотрели как на какую-то диковинку. А есть какие-то вещи, которые каждый ребенок даже там не, не может не вспомнив стихи Маяковского видит этот портрет этого человека а с Высоцким все тоже еще не прошло сто лет для того, чтобы начать фантазировать, ну на эту тему и создавать какие-то образы, поэтому Высоцкий, Иисус Христос, Маяковский, Есенин. Нет, ну, не, не, я не буду играть эти роли, потому что я не знаю как. И тут дело не в актерском таланте. Я думаю, что если найти похожего баскетболиста на Маяковского и озвучить его каким-нибудь язычным голосом, то это будет даже лучше, чем... Ну, у нас еще народ не готов mm -hmm. воспринимать. Либо нужно... В театре да. В театре я могу это сделать. В театре другая... А образная выразительность, mm -hmm. и мне хватит клишей, водолазки, и, и все, мазками. И зритель более подготовлен. Зритель готов к этому, там, ну, Сталин, ты просто заговорил с акцентом, надел китель, прилепил сюда губку, и все понимают, что это образ э, этого человека, там никто не ищет 17-го ряда внешних сходств, и нет таких задач. А, обмануть. Кино все-таки это другое, поэтому высоцкий нет. Я не понимаю как. Говоря о своем э, персонаже, о князе Ярославе, вы подчеркнули, что он э, идеальный герой, потому что он э, патриот, э, он человек чести. А сегодня, как мы видим, как мы знаем, вообще понятие чести подменили принципиальностью. И, по сути, мы получаем вместо человека чести, человека принципов. Вот вы как считаете, что может помочь обществу вернуть эти глубинные понятия чести, и патриотизм? Возможно ли это сегодня? Я не знаю. У меня нет э -э рецепта, да, что нужно сделать для того, чтобы нам вернуть там, хотя бы понимание чести столетней давности в а, офицерской чести дворянской чести купеческой чести а, мне кажется, что вот какой-то момент он невозвратный произошел это связано с интернетом она где-то в один момент появилась, когда а, некая публичность, которая стала дозволена всем. Ну, то есть любой mm -hmm. человек может выкладывать цветы у себя на огороде, как он сажает, а, там какие-то вещи, снимать какие-то события, пьяные на остановке и что-то. И вот это вот при открывании завесы э, стало какой-то вседозволенностью дозволенностью все это покатилось куда-то как снежный ком, и понятно, что сейчас любой пиар, там, это как бы привлечение внимания к своей собственной персоне, и это все вытеснило вообще какое-либо уже даже представление там хотя бы уголовного кодекса чести, который тоже был там в 50-х, 60-х годах, и он там еще как-то был жестко осязаемый, там соглашаться с ним не соглашаться, но он был. Вот. Сейчас это все, как манная каша по тарелке, размазано, и, мне кажется, уже нет обратного пути, то есть mm -hmm. это уже трансформация общества, она никогда не придет к каким-то тем архаическим пониманиям чести. Сейчас если ты обманул, нажился на этом, то люди об этом говорят, они выставляют это как достоинство, mm -hmm. а они, никто это не скрывает, а все говорят, ну вот есть же результат, ну там какие-то финансовые благополучия или что-то еще. Поэтому, мне кажется, общество никогда уже не вернется в, к пониманию чести в частном порядке, да, там соседи по площадке, там, люди, с которыми ты общаешься. Конечно же, это, все это еще присутствует и теплится этими огоньками, но в глобальном смысле сейчас выявить и понимание, что такое честь, возможно, учить, воспитывать детей в этом русле, но мобильный телефон решает все, и поэтому можно сколько угодно э, приучать ребенка э, вставать, когда женщина появляется в пространстве. Вот можно сколько угодно, но сейчас такой скомканность во всем этом, поэтому этот клубок не распутать. Женщины бьют мужчин, когда ему еще пять лет. И когда ты говоришь, что, как вы хотите его воспитать, если вы поднимаете руку на, мужч... на маленького мужчину, ну то есть все, его психика сломлена, он никогда не будет, вы никогда не, а потом женщины говорят, нет, мужчин, я говорю, так вы же их уничтожаете еще в детстве с сисюканьем, побоями, насилием психическим, физическим, сублимациями, которые мне, мне не удалось воплотить этим родителям и в итоге вот это вот это уже не не исправить можно говорить об этом это все понимают mm -hmm. на уровне головы да но человек такой не выживет ну то есть это будут неприспособленные люди которые не смогут жить в нашем социуме а человек который выкладывает фотографию, делая 8 снимков напротив зеркала, он уже болен. Ну, то есть он а, уже сложно вернуть его к пониманию чести. Это уже практически ну невозвратная точка, потому что как бы он публично демонстрирует, то есть он уже понимает, а, как это работает, как это и все. И здесь как бы а, уже сложно говорить о каких-то там где-то на Кавказе, в ауле, в горах, там 90-летний дед может еще передавать внуку какие-то знания и говорить о том, что мужчина должен забираться на 500 спокойно, без одышки и спускаться. Сейчас это, к сожалению, я говорю, воспитать человека такого, наверное, можно в лабораторных условиях, но он не выживет. В сентябре новость о том, что вас вводят в спектакль «Чапаев и пустота», облетела весь интернет. Насколько тяжело было входить в этот спектакль, в эту работу, да, с учетом всей шумихи вокруг? Общество проявило себя как-то настолько а -а -а, по-базарному агрессивно к этой ситуации, что у меня был шок. Я не, не, не комментировал ничего, не это прям какое-то было прям погремушками этими трясли вокруг всего этого превратили это какой-то фарс жуткий и это не связанные события я ни разу не видел спектакль я не видел этого спектакля за 20 лет его существования естественно Пелевин еще читал в 90-х когда он выпустился, я постоянно вижу в каждом городе афиши, потому что мы ездим и уже так боковым зрением я понимаю, что это э, Чапаев и пустота. И э, когда ребята ко мне обратились и сказали, у нас осталось 4 спектакля и нужно их сыграть, э, я почему-то не задумываясь сказал да, потому что я думал, что это, наверное, единственное, что я смогу сделать, чтобы поддержать, ну, какой-то вот этот хвостик пути финала для того, чтобы хотя бы доиграть спектакли и не срывать их ну то есть mm -hmm. в прокаты этих спектаклей тяжело ли было входить я еще никуда не входил потому что мы встретились с ребятами обсудили я взял видео mm -hmm. с этого спектакля посмотрел взял пьесу почитал, но ну, я согласился еще до того, как все это, я сказал, да, давайте, давайте определимся с датами, и были четыре даты, в которые я мог, и я говорю, ну все, если бы я не мог, вопрос бы решился, потому что ну, нужно было бы искать другого актера. И сейчас вот уже второй спектакль переносится, на сцену я еще не выходил, мы ни разу не репетировали, потому что я нахожусь в Петербурге, ребята находятся в Москве весь состав, и сейчас вот начнутся мои переезды в Москву, я буду изыскивать какое-то время для того, чтобы может не на сцене. А в каком-то застольном периоде хотя бы покидать этот текст, потому что текстовая нагрузка Пелевинская там очень кудрявая. И, честно говоря, учиться она сложно, потому что мой мозг хочет ее распрямить, эту фразу. А оно вот так, вот все. И как бы в этом прелесть. Очередной вызов себе. Ну, у меня какое-то время назад, когда я служил в театре, у меня были такие стрессы вводды. Я к этому был готов, это всегда очень сильно бодрит, это сразу объясняет тебе, кто ты есть на самом деле. А в данном случае у меня уже нет потребности прыгнуть в эту ледяную воду, чтобы как-то взбодриться. А моя задача не испортить спектакля, то есть я не успею за четыре спектакля вдохнуть в него какую-то новую жизнь выстроить какого-то нового Чапаева. То есть вы будете ориентироваться на героя, которого исполнил Михаил Ефремов? Нет, конечно. Есть мизансцены, есть текст, и есть драматургия, да, этого некого, там же все-таки компиляция идет, и там главврач этой больницы и Чапаев — это один человек в пьесе, и взаимоотношения его с Петром они происходят э, как бы в рамках этого э, сумасшедшего дома и э, поэтому он может быть любым ну то есть сама драматургия как бы пьесы она позволяет это все таки больше фантазия э, Петра на всю эту историю кто это врач или Чипаев а для зрителя все таки это должно быть интересно и как бы нужно там, там очень мало драматургии, это практически текстовой спектакль, uh -huh. там, в лучших традициях э -э Таганки 70-х. Люди выходят и <laughs> говорят текст. Uh -huh. вот. Все остальное там декорация достаточно простая, костюмы. Такой текстовой спектакль. Это сложно. Ну, то есть, потому что что-то можно сыграть иногда, а на тексте все-таки ты остаешься без всяких этих прикрышек. Ефремов был в этом а, просто превосходен. Бакры, он как да, он текстовой актер а, и чтобы не было а, песня, стих, а, сказка, проза, он мастерски владел художественным словом и я это видел в жизни и просто любая встреча все время превращалась в творческие вечер, и это он делал блестяще делал, почему я говорю делал, я это видел, поэтому понятно, что тягаться здесь, в эту сторону я не пойду, я буду все-таки идти в сторону, наверное, проживания Никоненко, Никоненко был первый исполнитель Чапаева, и он все-таки был более такой Чапаев, чем угу. доктор. Вот. Есть киношная фраза, если умеешь что-то делать, не делай это бесплатно. На какую работу вы согласны пойти безвозмездно, не раздумывая? То, чем я сейчас занимаюсь, актерство, я имею в виду, я для себя когда-то давно понял, что это та профессия, которой я готов заниматься 24 часа в сутки, абсолютно безвозмездно. Mm -hmm. Это были далекие-далекие 90-е годы, и не было тогда даже мыслей о том, что это может вырасти в какую-то профессию, еще и денежную, еще вообще никто не понимал, что будет, не с телевидением, потом был период, когда это было стыдно, сниматься театральному артисту в сериалах, Сериалы. потому что качество сериалов оставляло желать, желать лучшего, а появиться там в кубиках маги, в какой-нибудь курице, это, это может поставить на себе крест, и больше никогда не играть принца в сказках, потому что все дети будут говорить, а, курица, а, поэтому это было все сложно и, естественно, я никогда не думал об этом, но да, это была профессия, которая мне была интересна, которой я готов был заниматься 24 часа в сутки и занимался, и никто нам за нее не платил, потому что а, те суммы за выход на сцену в Омском ТЮЗе это были какие-то смешные, учитывая, что рядом были 90-е, отработав в ларьке. Ночную смену ты мог получить просто наверное, больше, чем я получал за месяц. Ну, вот такие были какие-то странные а, финансовые эти качели. И, понятно, я не, вообще не думал. И в Российский академический молодежный театр пришел, я также сказал, я говорю, уберите у меня зарплату, пожалуйста, оставьте мне 5000. Я ну, умею зарабатывать деньги, но я не хочу обсуждать, оплатили мне третий вызов или нет ставить это на какие-то рельсы о том что у меня вот две репетиции а потом еще распевка и стучаться в бухгалтерию и сказать а мне там перевели mm -hmm. деньги за то что -то я пришел вот я говорю вот <laughs> уберите деньги потому что они все испортят в театре я пойду в сериал там заработаю а... это вот профессия наверное которая доставляет удовольствие все остальное у нас очень Мало профессионалов, которые могли бы сказать: я это умею, я хочу получить за это деньги. У нас как-то все вот это стремительное, поэтому в основном люди берут деньги, но потом выясняется, что они не профессионалы. это везде, так в кино, в музыке, где угодно. Ну а к слову, вы помните, как заработали свой первый миллион? Я не помню вот прям такой черты, что это был миллион что я прям ну, не помню, вот, что я сказал о, вот это... Ну, хорошо, а... крупная сумма, ваша первая крупная, действительно весомая такая сумма. Когда вы как раз сказали о? Ну, я бездарно потратил первые заработки, это я точно помню, потому что а, какой-то десятилетняя общага, нищета, души, и вот эта вся история, и вдруг вот это было какое-то посещение, оплатили долларами тогда, пачки <laughs> давали, естественно, покупал всякую ерунду, вот, мне нужно было присытиться какой-то, купить шубу из волка зачем-то, вот, и они расходились так. А вот первый такой гонорар, который был осязаемый, я на нем купил мотоцикл, вот, я ждал его, он приехал, и вот это был первая какая-то большая Такая покупка, вот что, вот прям. А первые такие заработки, я помню, что ты там когда работаешь всю ночь, приходишь, заработал 20 долларов, шел с утра думая о том, что я обладатель 20 долларов, зашел в какой-то ресторан, который еще дорабатывал утром на Арбате, это надо тоже понимать, вот, и, не глядя в меню, заказал капучино, оно стоило 10 долларов, и когда я, я ничего себе, попил кофе, мне это в голове не укладывается, я как-то расстроился и думаю, как так, я всю ночь работал, чтобы выпить чашку кофе на Арбате за 10 долларов. Не помню я, на самом деле, у меня вот с цифрами вообще плохо, я, не, я не, не умею считать, все, что касается цифр, для меня это миллион, я не могу сказать, это много или мало, никогда не понимаю, нет у меня какой-то разницы. Ну, зато у вас с глобальными идеями все в порядке, есть одна сказать. из них, это все-таки обратить внимание русских к русскому. А обратить внимание, да, я просто, опять же говоря, в каких-то воспитательных целях, которые раньше когда-то были наложены на театр, на кино, на телевизионную продукцию, на, разви на развитие, на воспитание. Сейчас эти функции на телевидении не лежат, они несут только развлекательную функцию, а и любая передача ее задача. Максимально дольше удерживать человека около телевизора, а, поэтому в, в, не на ком сейчас воспитательных целях нет. Их даже нет на воспитателях детских садов, потому mm -hmm. что, как бы, они уже не должны воспитывать, они уже больше как а, няньки, наверное, а не воспитатели. Слово ушло. И естественно, как бы меня все время. Я немножко током бьет, когда я слышу восхищение всем западным. Понятно, что оно было и при герце и при Огареве, все смотрели туда, ну вот, турецкий халат, хороший халат, И, но при этом есть какие-то вещи, которые там, я понимаю, что экономику никак вспять не повернуть и мы не можем сейчас опять с лаптей начать производить нашу обувь. Не можем. Можем либо заимствовать, либо перепродавать. Но при этом есть какие-то вещи, которые, мне кажется,.. Должны вызывать гордость за то, что это русское. И если есть альтернатива, <связать> нужно всегда выбирать русскую, потому что тем самым мы помогаем российским производителям, российским творцам смотреть российское кино, слушать российскую музыку. Покупать. Ну вот расскажите об инструментах, как мы хотим привлечь внимание русских к русскому? А... Об игрушке. Игрушка, если мы говорим о точеные игрушки. Да, есть мечта открыть музей. Есть на мечта открыть музей. Музей на этапе того, что прям на этапе начала пандемии мы расставили все игрушки и хотели сказать, что мы открыли музей. Мы его закрыли, потом пошли арендные все суматохи. Сейчас мы выставили маленькую экспозицию на одной стене у меня в магазинчике, где мебель, там же мы репетируем, называем это шоурум. На самом деле там непонятно, что сейчас. А... Вот опять же, приводя пример там европейских городов небольших, у них они как-то сами не государство складывается, а они сами скидываются, и они понимают, что у них резали ложки или у них была керамическая мастерская здесь 150 лет назад, и они там берут свои эти крынки, приносят их и делают музей, строят какое-то здание, берут его в аренду, обслуживают. Для них это какое-то представление гордости, место, в, том, в котором они живут, профессия ли это, а, либо это еще что-то. У нас почему-то нет, у нас как-то стыдно а, это вспоминать. Есть большие города, которые попадают в туристическую зону, там как-то все-таки с натяжкой это все есть, а города, которые не проходят по Золотому кольцу и куда туристы не ездят, там этого всего нет. И вот Петербург славен точеной игрушкой, потому что здесь произошла на свет первая точеная игрушка, выполненная Петром Первым на голландском станке, и возможно, что это был солдат. Все знают коня Петра Первого, угу. игрушку, которую он играл. Почему вас эта тема так захватывает? Меня эта тема захватывает, потому что, опять же, альтернатива, где мы сейчас можем быть впереди планете всей. Понятно, что чтобы сделать стул, мы уже никого не догоним, даже если итальянцы разбегутся и побегут нам навстречу. Мы уже утратили это. Если мы его будем делать, он будет безумно дорогим, потому что экономически мы не выдержим. А игрушка это очень понятный инструмент, на которого не нужен язык, для которого не нужно сложных художественных образований для того чтобы чувствовать ее и понимать. Это примитивная, точенная форма с сознательно примитивными росписями на этом цилиндрическом предмете. Его можно понимать. И вот за счет этого можно транслировать нашу культуру, грубо говоря, мы сейчас как папуасы говорим, вот, игрушка. И поэтому с этим мы можем, грубо говоря, не пытаясь играть в соревнования, потому что в Норвегии тоже есть своя история игрушки, они потрясающие, и особенно все скандинавские страны, они все режут, пилят, у них сайты потрясающие. А у нас нет интереса, у нас нет интереса к этому. И я поэтому говорю, что чтобы интерес появился, нужно как-то эту тему популяризировать, ее нужно донести о том, что каждый человек у нас сейчас нет уроков труда, там вот этих всех историй, прикоснулся к этому и выточил свою игрушку. Вот и мне кажется, что когда он подставляет резец к вращающемуся предмету, он понимает, он создает какую-то форму, он берет краску, он ее расписывает, ставит ее в сервант, дарит ее другу на день рождения, но это творчество, которое не требует определенного навыка. Я сознательно говорю, не требует, конечно же требует. Ну, это очень сложно все, и для того, чтобы из этого сделать произведение искусства, нужен тоже все-таки путь. Но мне кажется, что Петербург может ассоциироваться не с китайской матрешкой, привезенной из Китая и увезенной обратно в Китай, которая стоит бешеных денег. Со всеми этими магнитиками, которые не производятся здесь. Они производятся в Китае. Я понимаю производителей прекрасно, потому что если бы я был предпринимателем, я заказал бы этих солдатиков в Китае и продавал бы здесь. Но задача <с> um> обойти этот путь и понять о том, что есть процесс э -э дерева, которое выросло в Таврическом саду, которое сломало бурей, и мы из него сделали ангелочка. И хочется, чтобы человек, понимая, что он ставит у себя там на полочку эту ангелочку, он увозит с собой частичку Питера, душу, Мастера, и вот это вот какой-то, и э, чтобы у него все-таки было вот этого понимание, что это э, покупая этого ангелочка, он все-таки оставляет деньги на территории э, России для того, чтобы мы смогли развиваться и когда-нибудь выйти на уровень. Поэтому э, все мои патриотические идеи сводятся к тому, что э, есть еще взрослые, которые смотрят на этих солдатиков моего возраста, старше людей, у которых срабатывает эта история. Он говорит, хочу, он уже взрослый мужик, он говорит, хочу его вот так поставить, это красиво в кабинете. А дети уже нет, они как-то так раз, вот, он берет это и понимает, что тут рядом трансформер, mm -hmm. а, и вот, вот с чем мы боремся. И нам, но попытка создать наших героев, которые у нас утеряны, в обега Русалка там противопоставление Суперменом, Человеком-паукам и прочим. На данный момент я говорю о том, что молодежь, она видит это, она растет с этим, и у них абсолютно нет вот этого пути есть брендированность, есть модность, угу. есть еще какие-то э, вещи. Но это все практически не связано э, с Россией ни с русской музыкой, ни с русским кино, ни с русской мебелью, ни с русской игрушкой, в конце концов. И поэтому солдатики это та территория, на которой мне кажется, что мы можем выиграть эту битву, э, привезя в Милан на выставку кустарной игрушки наши экземпляры. А что вам вера этой придает? Что успех будет? Я не знаю, будет ли успех. Мне просто кажется, что если медленно двигаться в этом направлении, то можно пройти какой-то путь, и когда там ты уже сраженной пулей будешь падать, кто-то подхватит это знамя и также будет это делать. Нам приходят люди предлагают, говорят, вы можете мечи Дартвейдера делать. Мы говорим, можем. Но не будем. Конечно, можем. Понятно, что делать мечи Дартвейдера из фанеры и продавать их под выборским замком, где-то там в палатках, наверное, это бизнес, но это неинтересно. Поэтому мне нравится, когда люди... Берут игрушку, и вдруг у них начинает идти бешеный ассоциативный ряд, когда мы показываем солдата Семеновского полка, и когда людей начинается, они начинают рассматривать это, мы говорим, а это преображенцы, и вдруг они начинают, а, а в чем разница, а вот форма, а то, то и поним что... Вот эти солдатики, это вот там, где-то мы наш э, вешка, ну, за которой мы можем зацепиться, для того, чтобы перепрыгнуть этот ручеек в новый какой-то путь истории. Но мы не можем забыть про преображенцев, про их подвиги, про 1825 год, про декабристов, про революцию, про всю эту историю. То есть нам нужно э, как бы отталкиваясь от этого бережка и перескакивая там через какую-то мутную воду, э, все-таки цепляться за какие-то эти вещи, иначе э, не получится. Поэтому для чего это? Не для чего. Бизнес это это не бизнес. Это. Ну, хочется называть это творчеством, но, наверное, это все-таки даже не творчество это какое-то такое а, интересное дело. Потому что когда я нахожу какую-то игрушку, у меня трепет как будто я мумию достаю, и вот игрушка 63-го года, ранние игрушки, когда находится какая-то информация про мастеров или еще про кого-то. Это интересно, какие фабрики их делали, как их делали, какими лаками покрывали, как уносили на роспись. Для меня это интересно, и все, как собирательство там марок для кого-то. Mm -hmm. Если это будет интересно кому-то, если это будет интересно нескольким людям, тысячам, я буду рад и готов с ними поделиться, и тогда этот музей, где будет стоять станок, а мы хотим его сделать интерактивный, чтобы стояли станки старые и стоять современный станок, где, пройдя инструктаж, любой ребенок может, и там будет уходить дядька в фартуке, который будет помогать, но малыш может пропасть на 5 часов и не трогать iphone, потому что все внимание и будет на сконцентрировании введения этой формы, mm -hmm. и когда там ему объяснить, чем отличается дуб от березы, что такое сосна, как она ворсится, и показать ему это, какие краски, из чего они производились, как расписывали. И мне кажется, что даже маленький такой экскурс, когда ты туда окунаешься, то э, это то, что ребенок может с собой вынести, забрать, это то, что он сделал сам, и это очень будет сильно отличаться от на смонтированного видео в телефоне или там э, приложений, которые там якобы э, развивают творческие какие-то вещи. Но нет, тут острый станок, резец, вращающаяся болванка и обычно дети, когда видят это, они смотрят магические Час не произносит ни слова, потому что это все-таки концентрация. Александр, вы родились в северном, в северном Казахстане. Так точно. Хотела спросить вот еще о чем. Вы сказали как-то, что голос Востока в вашем образе жизни и мировосприятии всегда есть. А где и в чем и когда это наиболее ярко проявляется? Ну, в чем вы сто процентов восточный человек? Азиатский скорее. Я так это называю. Азия. Мы Азия. Больше не Восток. А... Азия для меня это какой-то пример выстроился. Это вот а... храм, крест, основание. Вот. Это... А европейская часть России, а вот это вот вензеля росписи золота, купол, это Азия, mm -hmm. то есть это вот Парфен Семенович Рогожин и Мышкин. Рогожин — это Азия в чистом виде, буйная, со страстями, с топором, со слезами, а Мышкин — это христианская часть России, то есть спокойная, с другими страстями вот, жертвенное. И вот для меня это вот купола, барабаны, бубны, то есть вся вот эта вещь, которая, я говорю, азиат, тот, кто смотрит на облака и видит фигурки, животных, миры, то есть и все остальное. Тогда я немножко а, азиат. Вот. Мы все немножко азиаты, ну, как бы, да, потому что другой человек, он скажет, где там лев, ты же с ума сошел, смотри на дорогу, mm -hmm. вот, и поэтому вот это Азия, это... это вот это вот отношение, понятно, что сейчас уже сложно говорить, что есть какая-то ментальность, которая Давлеет на меня. Нет, я уже не замечаю, я достаточно могу даже иногда промолчать, где-то где нужно или не нужно. То есть я уже объевропизировался в этом mm -hmm. плане, но. Обрусел. Обрусил, да. Но какие-то принципиальные моменты, и они, причем, они как забытый язык, они. Сначала спотыкается, а потом через 20 минут раз, и у тебя уже все, мозг твой перестраивается. И приезжают мои ребята, азиаты, вот происходит это, он прям так-так-так-так-так, и все. И я уезжаю, да, и я еще в состоянии этом хожу, но недолго оно как бы э забывается. Поэтому для меня Азия это, во-первых, ну, ментальность э людей, которые советских людей самообразование историческое узбекистана таджикистана киргизии я этих людей вижу прям вот так то есть ну как бы достаточно есть что-то такое какой-то отпечаток который и Раз-раз общаешься. Или не вижу, но потом говорит, а мы там оттуда-то, оттуда. то оттуда. Говорим, а, все, я говорю, все понял. Вот. Какие-то есть вещи такие с точки зрения взаимопомощи, гостеприимства, закрывания, не закрывания дверей. Ну, вот даже элементарные какие-то вещи. Не в смысле там на все замочки. А вот какое-то такое еще не утраченное доверие к людям и, кстати, мы начали про это говорить и какое-то все-таки понимание, что такое слово с точки зрения его крепости и ответственности за произнесенные слова, то есть это тоже очень важный момент и mm -hmm. поэтому, как правило, там с азиатом договариваешься, то в принципе все можно сказать, решен вопрос. Uh -huh. То есть там нет вот этих, ну, попробуем, не знаю. Про переезд в Питер вы не единожды говорили о том, что все довольно закономерно, здесь гармония с собой, с городом, здесь зов предков, потому что uh -huh. ваши прадеды uh -huh. по маминой да, линии да. и дедушки это были ленинградцы, блокадники. В вашей семье было принято говорить об этой странице истории? Нет. Честно говоря, нет, и Понятно, что до какого-то периода я сам не интересовался этим абсолютно, а потом вдруг понял, что даже спросить уже некого у бабушек не спрашивал, не интерес... ну какой-то возраст был такой, когда вроде бы, а потом переходишь какую-то черту и вдруг понимаешь, что оказывается ты не один, есть какие-то корни, люди не спрашивал потом уже когда хватился уже никого в живых не осталось и там уже бабушка говорила маме мама забыла ну вот вот какое-то такое пошло воспоминание а, но я бы наверное ну даже не привязывался к каким-то ну то что вот родственники здесь были и Поэтому, нет, ну, это просто есть какая-то, я, честно говоря, сначала переехал, а потом начал уже эту теорию привязывать к какой-то реальности, честно говоря, даже не зная дом, где они жили, никто не может вспомнить, я говорю, какой-то генеральский дом, где был начальник генерального штаба НКВД Вохор, руководил противовоздушной обороной Ленинграда то есть это очень высокая должность была, в подчинении было пять оборонных заводов, авиация, и, то есть, ну и, соответственно, в начале сентября 10 -го, 41 -го году подгадченный погиб. А, и понимания про там, деда у меня нету особо, кроме каких-то фотографий, выдержек из архивных каких-то дел, перевод, переезд, служба, звания, там какие-то награды, эти вещи. Поэтому характер его я могу только предполагать и какие-то там воспоминания мамы, то, что говорила бабушка, когда она была маленькая, вот какие-то вот эти вещи. А на самом деле Петербург и переезд связан, наверное, все-таки Да, вот с этой свободой, и Москва, она меня погружает в какую-то гонку э, чего-то такого непозволительного в моем окружении. Э, я перед приходом прихожу, и там ребята играют, музыканты, я подошел, поздоровался, они ух ты же артист, я говорю, да, и вот они стоят рядом, играют, и я прекрасно понимаю, что я могу сейчас достать и гитару и также стоять, играть в шапку. И это не будет плохо, хорошо, вызывающе в смысле, это какая-то а, эпатаж. Это нормально, в Питере это нормально. В Москве это не нормально. Ну, то есть, как бы: здесь я езжу на автомобиле ВАЗ-21, и это не эпатаж. Ну, все-таки о, круто, все. А в Москве это либо какие-то понты жутко, Пратист. да, либо это все время как и должна быть позиция э ко всей этой истории. А за какой поступок из детства вам стыдно до сих пор? А -а проступок. Проступок. Стыдно. Почему-то все время к нему возвращаюсь и даже пытался как-то э проанализировать о том, что именно этот поступок в итоге, проступок. Сделал меня таким, как я есть. Я однажды не заступился за своего друга. Когда его избивали, я просто стоял и смотрел. Я владел какой-то ступор. А, и там были очень серьезные ребята. И он попал в больницу после этого. вот, И я не понимаю, что произошло. Я думал, напугался ли я. Я все время возвращался в эту историю. Он перестал со мной разговаривать после этого на какое-то время. А, и я не мог объяснить ему сказать, что вот произошло это, наверняка я просто, это был какой-то шок, либо страх, я просто онемел, стоял, смотрел, и мне казалось, что я, то, что я делаю, это правильно в данный момент. Вот, потом оказалось, что это все неправильно, я все время возвращался с разных возрастных своих категорий, вот именно в этот момент, понимая, что я сделал какой то череду нелепых вещей, которые невозможно вернуть, mm -hmm. ну, то есть это, это, и все, то есть она уже прошла эта история в детстве, и я все время, и мы потом подружились с ним, договорились никогда это не вспоминать, а какую-то эту вещь, но почему-то вот мне за него стыдно, и я понимаю, что он, наверное, самое какое-то такое... Внешне подлое проявление, которое вот можно было вот прям за это, грубо говоря, я сам себя бы отругал и до сих пор не понимаешь, почему я ничего не сделал. Я просто стоял. Я не в смысле говорил что-то, я просто смотрел, я никуда не убежал. Я был вместе с ним до конца, но я ничего не делал. Я вот так стоял. И думал, хотя я дрался, не в смысле, что это был первый какая-то там драка, которая могла была шокировать. И я понимаю, что я струсил. Просто это был какой-то жуткий страх, который превратил меня в какую-то мумию, и мысли куда-то ушли, и я не, не понимаю. Вот за него стыдно. Все остальные какие-то проступки, поступки, они имеют какой-то как-то их подмял, <с> <с> под <с> почему так? У меня как бы есть, ну вы не понимаете, там, знаете, такая ситуация была. То есть есть какая-то история, все, говорят, а, ну тогда да, вот. А вот это вот, я, у меня нет никаких оправданий, и мне было жутко э -э, стыдно. Я ходил к нему под дверь, стучал, он мне говорил, уходи, <с> 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 вот. И мне было, э -э, я переживал очень сильно за вот это непонимание. И причем я понимал, что меня перестал уважать не только друг, но и враги, которые в этот момент тоже <свят> <свят> не понимали моего этого. Ну, какое-то такое, да. Финальный вопрос нашей программы всегда звучит одинаково для всех. Если бы можно было выбрать что-то одно, за что больше всего в жизни вы благодарны Богу. За любовь. Хотел вспомнить, как это звучит на иврите. Оно немножко всеобъемлющее, и не вспомнил этого слова. Поэтому просто за любовь, за все поглощающую, объемлющую в частности. И потому что пока можем как-то трактовать это слово и понимать, чувствовать в какой-то момент, что вот это оно. Ну, я думаю, не страшны не войны, не болезни и ничего остальное, потому что, как бы во всей этой мессии, когда возникает этот лучик любви, то все идет правильно. Все остальное – жизнь, эмоции. В вашей жизни ее хватает? А, она не регулируется же. Это не в смысле, что это можно вызывать. каким-то кнопкой и мне хватает любви нет это же какое-то ощущение вот когда раз оно и ты понимаешь вот это любовь вот это оно да и она не может быть вечной она не может быть она какое-то она всегда такая ощущается одинаково и много ее, мало, я не знаю. Хотел бы я больше? Нет. Вот так точно могу сказать. Потому что я думаю, я бы не справился просто с большим, если ее будет больше. Если я буду ощущать ее больше. Потому что это такое какое-то чувство, это как костер. Mm -hmm. Сначала светло, потом тепло, потом можно обжечься. Вот. Поэтому вот я сейчас на расстоянии, когда комфортно, но коленки уже горят. Вот и хочется отсесть. Спасибо вам огромное за эту беседу и, конечно, я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Я в начале программы перечислила то, чем вы занимаетесь, да? У людей волосы дыбом, поэтому пусть найдутся везде и во всем единомышленники, пусть будут силы, пусть будет любовь. Спасибо.